И в продолжение темы благоустройства и сбережения зеленых насаждений. Несколько сотен автовладельцев будут оштрафованы за парковку на зеленых зонах. Во всех районах Твери продолжают выявлять нарушителей с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Только на одной из магистральных улиц Заволжья Паши Савельевой за сегодняшний день портативный комплекс зафиксировал свыше 30 нарушений требований правил благоустройства. Зимний период данным обстоятельствам не препятствует. Как правило, у нас бортовыми камнями отграничены эти территории с открытым грунтом, естественной травяной растительностью. Поэтому парковать транспортные средства необходимо в строгом соответствии с ПДД. Уже 2 недели комплекс фото- и видеофиксации работает в штатном режиме. За это время было выявлено 790 фактов несоблюдения правил парковки. Автомобилистам назначено административное наказание в виде штрафа. Чем больше будет выявлено нарушителей, чем больше лиц будет подвергнут административным взысканиям, тем меньше фактов будет на перспективу таких правонарушений выявляться. Рейды по выявлению нарушителей правил парковки с помощью автоматических комплексов проводятся постоянно. Максимальный штраф составляет 5000 рублей, а для юридических лиц – до 40.